Когда мы нравимся себе, мы чувствуем себя счастливыми, быстрее добиваемся успеха и вообще готовы свернуть горы. И работает над этим целая индустрия красоты, фитнеса и правильного питания. Специалисты сразу нескольких профессий помогают нам исправить крупные и мелкие недостатки. И именно об этом сегодня пойдет речь в нашем обзоре. Если мы говорим о моделировании фигуры, здесь есть, конечно, ряд этапов и ряд циклов. Процедуры на разрушение жировой клетки, на вывод продуктов распада и на прокачку и создание красивого рельефного тела. Наша процедура по разрушению жировой называется неинвазивная липосакция, то есть это без хирургического вмешательства, соответственно, без реабилитационного периода. Это может быть и кавитация, и криолиполиз, и какие-то липолитические процедуры, инъекционы. Все, что мы разрушили, нам нужно из организма вывести. Можно это сделать посредством ручного массажа, потому что тепло рук массажиста, его любовь, его энергия, живая и теплая, направленная еще и на оздоровление каждого человека. Кроме того, у нас широко используется, применяется обертывание, которые питают, тонизируют, также выводят все эти шлаки, токсины, то есть очищают ее. Плюс наша любимая эндосферотерапия, это уникальная, неинвазивная тоже методика. Эндосферотерапия работает по принципу лимфодренажного насоса, то есть очищение лимфы от шлаков, токсинов, соответственно, закладка здорового ровного иммунитета. Эндосферотерапия и сама по себе решает целый ряд вопросов. Ее рекомендуют и как самостоятельную методику, и как часть индивидуальной программы коррекции фигуры. Моделирование силуэта, лечение целлюлита, выработка коллагена, выработка эластина, пилинг, лифтинг, формирование ягодиц, постродовые проблемы, проблемы после хирургической липосакции, что все это нужно нормализовать, восстановить. Еще одна бьюти-инновация – методика бодискульпт. Ее называют «фитнес для ленивых» или «сильно занятых». Это формирование мышечного рельефа за счет электростимуляции мышц, сокращая мышцы, приводя их в тонус и приводя их к росту. То есть, соответственно, скульптурируется тело, тело становится рельефным, таким упругим и гладким. То есть это и в дополнение к спортзалу, и вместо спортзала. По эффективности 30 минут воздействия, как двухчасовая тренировка в спортзале. Как известно, ситуация с пандемией полностью изменила весь мир и каждого из нас в частности. И теперь все чаще мы вектор внимания смещаем внутрь себя. То есть уже не так важны какие-то внешние проявления, не так важно производить впечатление, как важно чувствовать себя гармоничным, целостным, счастливым, здоровым. И именно поэтому очень и очень важно уделять внимание себе.